Статья из группы ВК «Большие технологии. История открытия. Прогресс» за 26 марта 2018 года. Инопланетное послание племени Наваха. Когда в 1960-х годах НАСА готовила астронавтов для полета на Луну, некоторые тренировки проводились в пустынях Аризоны на территориях резервации индейцев племени Наваха. Один раз старый индеец с сыном пасли овец и наткнулись на одну такую команду. Старик, который говорил только на языке племени Наваха, спросил через сына, который говорил по-английски, чем занимаются эти люди в больших белых костюмах. Один из членов сопровождающей команды ответил ему, что они практикуются для полета на Луну. Старик спросил, может ли он послать с ними на Луну сообщение. Сотрудники НАСА почули хорошую рекламу и быстро согласились. Они дали старику магнитофон, и тот записал короткое сообщение на языке Наваха. Сын отказался перевести его на английский. Позже представители НАСА дали послушать сообщение другим индейцам Наваха. Они все посмеялись, но ни один из них не захотел переводить послание старика на английский, ссылаясь на трудности перевода. Наконец, представители НАСА обратились к известному профессору-лингвисту, специалисту по индийским языкам. Тот послушал сообщение, засмеялся и перевел. «Лунные братья, следите за этими людьми в оба глаза. Они пришли отобрать ваши земли». Инопланетное послание племени Наваха.